Да ты что? А мы идем гулять с Федей. У нас папа спит. Он после съемок клипа приехал в 4 утра, наверное. Мама, ты посмотри на небо. Пойдем покажу. Пойдем. Сейчас за камеру не будет. Федь, погоди, нам что-то показать хотят. Пойдем, посмотрим. Неплохо. Вот это поворот. Так, ну Федя нанюхал все собачьи жопы мира. Мам. И мы пришли покататься на качелях. Когда вам холодно руком, смотрите, как я сделала. Вот это лайфхак. Засунул руки в карманы и держится за качели. Просто пушка. Все крепко. И крепко, правильно. Какой хороший день. А я продолжаю ждать похода в спортзал. Ну, главное же, абонемент куплен, да? Ну, правда же, друзья? Я захотела шоколадный торт. На самом деле, Люся вчера привезла вот этот торт, и она сказала, что он там ппшный, поэтому все нормально. Я нашла оправдание. Здравствуйте. Как ваш? Ничего. На часах. Сколько там? 11. Я думал, ты дольше проспишь. Я тоже думал. А что, не спится? Сейчас пойдем тогда погуляем. Да, ну, всем здравствуйте. Я поел, попил и вроде более-менее... Да ничего, я не могу проснуться еще пока, но ничего. Сейчас ехать на съемки чикенкари. Девчонки ушли. Погулять, а я остался дома, набираться сил еще. Я, знаете, что вчера вот, ну, у меня такое бывает, я когда там в ночи мы что-то делаем, под утро приезжаешь, когда такой вот, какой-то в 4-5 утра бывает такой, знаете, когда мозг уже ничем не загружен, у тебя открывается поток мыслей такой чистый. И я вот задумался о том, что, блин, мы иногда очень сильно хотим быть ближе каким-то людям, будь то там, не знаю, отношения или там друзья. Замечали ли вы, что иногда вот вы очень хотите сблизиться с человеком, ну, дружить, а как будто чем больше вы хотите, тем меньше это получается. Ну, и так уже, вот так можно заметить не раз. Знаете, как в школе у мальчиков с девочками, я не знаю, как, но вот мальчик оказывает девочке знаки внимания, она такая, вы знаете, такая холодная, недоступная. Неделю, две, месяц, два месяца, полгода. А потом он просто такой, ну, устал, может быть, там, сдался или переключился на другую девушку. И в тот момент, когда все это произошло, она такая, блин, а чего он не ухаживает за мной больше? О, и начинает страдать. И вот примерно то же самое я заметил, что я иногда ощущаю к некоторым людям. Вот я как раз-таки... Тот мальчик. Не думаю об этом. Я просто очень сильно... Я заметил, что я с детства очень сильно почему-то одержим и историей дружбы. Знаете, что такое? Друзей хочу. Друзей. Я никогда не хотел читать рэп сольно. Я хотел всегда читать рэп с командой. Чтобы у меня была группа. Хотя со всех точек зрения это никогда не выгодно. «Американский пирог» посмотрел, и я всегда мечтал, чтобы меня вот мы с друзьями куда-то, с дворовыми поехали, в какой-то дом что-то сняли, какие-то приключения были. И вот это такая история, она тянется со мной там вот все года. В какой-то отрезок времени я периодически себя ловлю на мысли, что, может быть, я себя выдумываю иногда эту дружбу. Ну, то есть, знаете, я иногда слишком романтизирую какие-то отношения, которых на самом деле нет. Что-то есть, но это не то, что я себе выдумал. А я себе выдумал и требую от этого то, чтобы это соответствовало тому, что я выдумал, тому уровню. И вот... Не просто об этом оказалось говорить. Ладно, в общем. И в какие-то отрезки времени я понимаю, что я
ощущаю себя ровно этим мальчиком, знаете, вот который вот бегает за этой девочкой под названием «Дружба» и что-то там дергает ее за косички. Как говорили великие люди, ваши ожидания – это ваши проблемы. Я сам в какой-то момент времени возлагаю на какие-то ожидания, на какие-то отношения, и потом сам же расстраиваюсь, что они не соответствуют моим ожиданиям. Что сказать-то в этом? Какой из этого вывод можно сделать? Да, наверное, никакого. Да, вывод, наверное, один. Если вы вот так же, как и я, расстраиваетесь из-за таких вот моментов отношенческих, не в смысле у меня с Леной, а в смысле, может, у вас романтических или чего-то еще, постарайтесь остановиться на секундочку и задуматься, а не выдумали ли вы эти отношения? Не вы возложили на них все эти... все это вот... то, что хотели от них получить. Вам же никто не обещал ничего взамен. Взамен того, что вы якобы будете друзьями или что-то еще. Вы просто общались, и все. Вы просто проводили время, и все. А то, что вы там хотели получить от этого, это вполне возможно ваша выдумка. И если это так, то, как и я, поймите, что ничего страшного. Надо жить дальше. Еще из вот этих вот таких вот грустных размышлений музыкально-творческий шок. Я зашел к нашему другу и знакомому Алону, который пел с нами с группы «Хлеб». Знаете такую группу «Хлеб»? С ней пел песню «Голубь». Человек супер талантливый, блин, супер талантливый, красивый. Он офигенно поет, офигенно читает рэп. Он каратист, у него усы. Блин, да короче, все, что девушки любят, есть в этом человеке. И он выпустил песню. И я такой послушал, я думаю, ну, мне на секунду девушкой захотелось быть. Помню, что более впечатляющая песня про любовь была только у Скриптонит «Космос». Из тех времен меня ничего так не впечатляло из песен про любовь. Я сейчас надеюсь, YouTube не заблочит меня. Я чуть-чуть вам поставлю. Ой-ой-ой-ой. Как дела, девочка? Я не хочу спать, девочка. День дождливый, я брезглив, но буду пить из бутылки после тебя, девочка. Давайте договоримся, пожалуйста. Я вам эту... нет, не какая-то не, там, реклама, чтобы еще вы не думали, что человек мне заплатил. Я такую сейчас нативную интеграцию делаю. Я оставлю ссылку на Apple Music. Я не знаю, где вы слушаете музыку. Давайте я... Я спрошу у Алона, может, у меня есть какая-то гиперссылка. Я тогда бы ее разместил, чтобы просто каждый... Послушайте хотя бы раз эту песню. Сегодня странный, да? Странный сегодня влог. То сидел там, что-то грустил, теперь эмоционирую на песне. Вот такой вот я, когда сплю 3 часа. Алиса! Хватит. О, я же бороду маслом помазал. Сижу и чешу, у меня теперь руки, как будто я стриптизер. Помоги. А что взяла? А мы пришли на площадку. Папа у нас остался дома. Смотри, мам. Вроде выспался, а вроде не выспался. Идем с Васей в поисках площадки. Кого нашли? Мам, Мия, кто это такой? Мам, Мия, кто это такой? Что это за робот? Большой такой, да? Я просто его зовут Карли. Карли Квин. Карли Квин? Ура, нашли классную площадку. И детей тут так много. Какие огромные штучки. Посмотри. Смотрю. Дай мне Карли. Я покажу, что огромные. Вот такие они огромные. Я сейчас фотографирую. Да, там... Там мальчик. Да, он сейчас залезет. И лучше сюда иди, Вася. Я лучше сюда пойду. Здесь нет горки. Вот. А, я думала, ты закрытый проедешь. Ну ладно, давай. Пашка. Давай. Давай. Давай.
Мне кажется, я отвыкла от таких площадок. Мы обычно туда приходим, везде достаточно тихо. А тут прям детский сад. Мы с Васей пришли покормить уточек. Васе ее пирожок не понравился. Это ты много кидаешь. Все, остановись. Пускай они сначала приплывут, а то мы сейчас пруд загрязним. Сама, ты не хочешь булку? Нормально. Хорошо. Тишина. Не усни только, а то сейчас покатишься в воду. Держите, пожалуйста. Приятного аппетита. Держите, мадам. Приятного аппетита. О! И алло, это не до вас. Давай-ка. Не уток, так хоть голубей покормим. О, мама! Пришли домой, ждем обед. И скоро... Я кусочек хочу. И скоро папа Лена приедет. А мы с папой поедем куда? На съемки? Да. Папа у нас все спит. Позабавайся. Посыпайся. Если с ним посплю. Йо, а мы знаете куда выдвинулись? В такой новой, красивой, невероятно мощной толстовке. На съемку к Чикен Карри. Все, поехали. Спать хочу. Сейчас подохну. Итак, мы приехали уже на подземелье Чикен Карри. Меня уже все накрасили. Хотел продать карточку. Мой игрок Кукан Яка. Кукан Яка. Да, посмотрите, как... Как будто пукан. Подсвечник передали. Смотрите. На кого ты похож? Это же на кого-то прям похоже. Мне кажется, это Майкл из универа. Нет, это как будто бы чуть-чуть Галустяна, чуть-чуть... Майкл из универа. Чуть-чуть Урганта. Борода твоя. Красивая, густая. Ну, я в прошлый раз сказал, что я все понял, все разобрался, и первые полчаса сидел, вообще не понимал, что происходит. Вот так вот. Сейчас у меня тактика примерно такая же. Отличный. Импровизатор от Бога и просто вампир от дьявола. Антон Шастун! Нормально, главное не сильно вот так делать. Вот так будет не очень хорошо. Это подземелье Чикен Карри. Давайте начнем. Представим сегодняшних участников. Я речной гном. По имени Кукан Яка. И брею ему усы. Так, друзья, съемочный день закончился. Игра была под... Блин, Чикен Карри, подземелье Чикен Карри. Мне кажется, это одно из моих... вот таких вот гостевые появления мои. Это мое любимое шоу. Как же там весело вообще, друзья. Просто у меня там была небольшая паническая атака, потому что после ночи поспать там 3 часа, обожраться сладкого и поехать на съемку, чуть-чуть в духоте побыть такой... да, я это ожидаемо. Вот, но меня благодарю, очень благодарю Иду Галич, Сашу Гудкова, Big Russian Boss. Они меня поддержали, очень-очень поняли. Сразу вообще за секунду все прошло. Дали мне лайфхаки, тоже как панические атаки успокаивать. Сейчас, когда дойду до дома, покажу. А мы пока тусуемся. Я снимаю все это? Час ночи, мы кушаем. У меня чуть неожиданно живот заболел так вообще. Ни с того ни с сего. Я, видимо, нанервничался. Да. Видимо, нанервничался, а сейчас отпустил, и у меня прям так крутит его. Не знаю, друзья, эти 2 дня какие-то вообще были бешеные. Очень эмоциональные. Вот сегодняшний день был супер турбо веселым и теплым. Вот. Не знаю, что наснимал, как наснималось. Надеюсь, вам было эти оба дня интересно смотреть эти влоги. Вот. Такой, видите, съемочный режимчик. Вот, а сейчас буду уже ложиться в баньки, кушать. Собственно, все. Чего я вам желаю. Все, увидимся завтра с вами, друзья. Давайте, пока. У меня так вчера разболелся живот, что я забыл тебе рассказать, как паническую атаку остановить, как мне дали лайфхак. В общем, рука, когда начинается ПА, здесь начинаешь массировать. Вот тут.
Вот. И должно отпустить. Способ не сильно проверенный, но я тоже буду теперь его применять, и ты применяй, если что, вдруг пользуйся. Все, увидимся завтра. Пока.